Мы не собираемся тебя ломать. Тебе нужна реабилитация. Я хочу, чтобы ты понял, Стив. Ничего не произойдет, если ты не скажешь «да». Если... Там душ. Послушай меня. Не ходи по коридорам один, не мозоль глаза. Лучше выруби меня, иначе я сам тебя прикончу. Руки за спину, Майклсон. Где она, Стив? Что, смыл? Тут примет это к сведению, когда мы будем рассматривать твое дело. Они не хотят пускать ее ко мне. Стиля. Нет, перевели. Но со Скотти такого не будет. Там много интересного. И там фотографии ее ребенка. Шухер. Ему придется привыкнуть к этой жизни. Это не ради его безопасности и вашей. Вот в чем дело, мистер Майклсон. Меня специально позвали из одиночки. Нет, мужик. Если я открою двери, через месяц это повторится. Маркус, чем это все, по-твоему, кончится? Ты крутой, Стив, и я тебя уважаю, брат, но речь не о тебе. Если он полезет в мой бизнес, он за это ответит. Брукс, офицер, это не я начал. Что? Это он. Нет, я не слабый, но чем дальше все идет, тем больше я понимаю, что моя семья мне не поможет. Знаете, Бог видит вас. Видит только хорошее. Чего она от меня хочет? Вы знаете, чего она хочет? Знаю. Да. Она хочет либо начать, либо покончить. Знаешь, чем хорошо время? Оно проходит. Я понял это спустя пару лет в тюрьме. Эта тюрьма тебя заставила, да? Я не понимаю. Зато я понимаю. Блин. Черт.